Перед началом ролика хочу вам посоветовать начинающий канал летсплейщика по Clash Royale. Он снимает различные колоды, фанится, новости об обновлениях. Подпишитесь на канал, помогите ему в начинаниях, он старается делать качественный контент. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись и нажми на колокольчик, и тебе обязательно выпадет легендарка или тот сундук, о котором ты давно уже мечтаешь. Привет всем, дорогие друзья, сейчас нахожусь на аккаунте подписчика. Сегодня я вам покажу одну интересную колоду и покажу, как добраться до 10 арены. В основном это видео будет ориентировано на тех, кто еще не может преодолеть планку 3000 кубков. И как можем видеть, ребята, 6 уровень и сидит на 3129 кубков. То есть меня это очень заинтересовало. Он смотрел мои ролики и увидел, что я часто записываю видео на аккаунтах подписчика, либо делаю буст, либо какие-то, повторю же опять, рекорды. Ну и он решил предложить мне, я не отказался. Посчитал, что это будет интересно не только для меня и для вас. В общем, колода, ребята, его выглядит следующим образом. Здесь есть одна легендарная карта, Спарки, но я решил еще записать про эту колоду, потому что многие люди мучаются вопросами, задают мне состав колоду мне со Спарки. Я, ребят, давно не играл со Спарки, и поэтому не знаю каких-то актуальных дек, но вот вам, пожалуйста, пример. И также эта дека немного странная, я не увидел здесь танка, никакой ведущей карты, которой можно наносить пуш. Ну да, соответственно, есть шарик, но в основном шарик бросается за каким-то танком, даже за ледяным големом неплохо, но здесь нету ничего такого, я думаю, ну что, в соло шарик летит, его что, трудно остановить, ну, в общем, как-то он здесь выигрывает, сейчас мы посмотрим повторы, в принципе, понятно, по земле у него весь мусор, это надгробие, армия скелетов, спарки для уничтожения элитных варваров, потому что, начиная с 7 арены по 4000 кубков, элитных варваров используют просто абсолютно каждый и прям как основную карту в колоде, то есть реально, вот это задалбывает, молния хорошо справляется с элитными варварами, ну и прочее, вот это весь мусор. Также молния помогает убивать инферну, разные здания дефа, стрелы на миньонов. В принципе, все понятно, но только одно нет. Это почему без танка? Как он играет без танка? Почему не взять гиганта? Ну, естественно, он прокачивал только одну колоду, чтобы остаться 6 уровнем. В том была и задумка. Видим, остальное ничего не прокачано. Чисто качает одну деку. Что ж, ребят, давайте перейдем к повторам. Я их еще сам не видел, буду смотреть вместе с вами. Так, ну давайте посмотрим, вот, ребят, против элитных варваров. Элитные варвары, прошу вас обратить внимание, 11 уровня, ребят, на 3000 кубков 11 командки. Хотя я сколько раз поднимал вопрос по прокачке карт на разных трофеях, да, где норма, где не норма. Это бесполезно, уже ни для кого не секрет, что даже можно встретить на 2800, на 2700 прокачкой 9-10 рарки. Это нормально, то есть таких людей очень полно. Поэтому я не буду сейчас делать такое типа «ах», «удивление» или еще что-нибудь. Прокачка, ладно, не берем ее во внимание, просто смотрим игру. Значит, выбрасывает он мега-миньона за вышкой, выбросил он до этого армию скелетов, противник как-то странно задефал, по-моему, он запом не попал по ним. Ставится также надгробие и смотрим, какие будут дальше действия. Выбрасывается спарки, хорошо. Готовится, я так понимаю, шарик сейчас после уничтожения колдуна. Смотрим на реакцию противника. Противник готовится ставить инферно. Итак, будет инферно или нет? Ставится инферно и успевает он выбросить трех миньонов, но там еще армия скелетов. И тут он резко по правой стороне бросает шарик. И как видим, у противника 0 юнитов по воздуху. Абсолютно 0, нечем контрить вообще. Шарик спокойно долетает, и 4 уровня шарик без дефа, 10 вышку просто, смотрите, а нет, не хватает на 3 тычку шарику, да. Если был бы это 9 уровень, мне кажется, 3 тычку шарик бы сделал, и это минус тавр был. Хороший заход у него справа получился, элитные варвары контрятся над гробием и армией скелетов. То есть, берите на заметку, ребят, колоду, неплохая. Здесь реально проблема пропасть до 10 арены, это прокачка ваших противников и элитные варвары. Я вам серьезно говорю, просто я бусты делаю до 3000 кубков, и меня это раздражает. Тут больше нету никаких сложностей. Да, с големом еще частенько играют, но самая боль — это элитные варвары, ну серьезно. Все остальное изи, поэтому берите на заметку вот такие вот колоды, их легко контрить над гробием, армией скелетов, ну и спарки, если, конечно же, у вас есть. Если у вас нету спарки, вы спросите, чем заменить, ребят, я, если честно, не скажу. Его, эта колода авторская, он сам ее составил, да, и по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому, мне кажется, спарки здесь тоже очень важную роль играют в этой колоде. Поэтому, честно, я не знаю. Молния была на инферно и на вышку, плюс ставится надгробие, то есть, ну, хватает у него эликсира и на пуш, и на деф, то есть, достаточно недорогая колода в дефе, но элиток все-таки он пропустил, и по тычке варвары сделали. 1400 хитпоинтов остается, и у противника 600, но это молния, не молния, две молнии и стрелы, вот так вот.
Элитки теперь идут слева, бросаются армия скелетов, юзается бревно и еще ставится надгробие. То есть элитки снова не дойдут, хотя один варвар все-таки сагрился на вышку. И в принципе смотрите, сколько урона нанес. Осталось 700 хитпоинтов, то есть просто пропустил элиток. Итак, запускается шарик справа, плюс молния, остается 200 хитпоинтов, и все, шарику просто взорваться возле вышки хватает, чтобы допушить его сторону. Элитки, конечно же, слева снесли бы тавер, если бы не закончилось время, но время подошло к концу, и справа добилась вышка, на одну звезду он победил, то есть 1-0. Хорошая игра со стороны Биг Матанга, давайте посмотрим еще какой-то повтор. Так, тут он Хогу проиграл. Вот, ребята, смотрите, ну, что я и говорил, снова элитки и еще 11 уровня. То есть я в шоке, элитки, шарик, духи, просто, то есть здесь делают деки не просто с элитными варварами, да, то есть берут какого-то танка, элиток, здесь просто берут элиток, как пушечное мясо, да, и сзади элиток разный сплэш, то есть впереди сплэш, там, валькирию, духа, фаербол, стрелы, бревно, заб, все, что останавливает элитных варваров, все это берется для контры. Ну, здесь очень трудно остановить контру, потому что здесь есть парки, здесь есть надгробие, армия скелетов, то есть много запаса. Можно, конечно, взять еще стражей, но он взял надгробие. Но надгробие тоже хорошая карта, она Хога отвлекает разных танков, голема и прочее. Спарки плюс надгробие, то есть нормально остановит комбу неплохую. Также, видимо, оппонент взял дровосека, то есть, чтобы под рейджем элитки били. Да, просто эгоист. И плюс шарик летит, ну шарик плюс дровосек — хорошая комбинация. И духи еще подлетают, и как же он остановит эту комбинацию? Молнией. Вовремя он кинул молнию, да, если бы он не заюзал ее, то шарик бы, ну, тычки две сделал, и это было почти снос вышки. Смотрим дальше, что происходит. Значит, готовится сейчас выбрасываться шарик, я бы, конечно, выбросил спарки. Хотя все, он снова взял спарки, и надеюсь, сейчас пойдет именно с этой карты. Видим, противник приготовился выбрасывать элиток, спарки уже поздно бросать, поэтому придется скелетов. Отлично, выбросил скелетов слева, не прям на элиток, и поэтому противник со стрелами не угадал. Также была поставлена спарки, и она, в принципе, движется к его вражеской вышке. Готовятся миньоны, но есть стрелы, на изи убиваются миньоны. За 3 эликсира убиваем мы 5, то есть сплошная выгода. Армия скелетов плюс 3 миньона легко справляется, и видим, у противника просто нечем контрить спарки. Видели, да, как выбросил противник духов, соответственно, спарки и духа уничтожила, и по вышке выстрелила. И, конечно же, делает второй выстрел, потому что у оппонента нету эликсира и вообще нечем дефить. Ну, понятно, в общем, остается 100 хитпоинтов, в принципе, тут дефить уже, я думаю, не будет трудности, но смотрим дальше. Ставится надгробие, готовится фаербол, наверное, на надгробие и на вышку. Да, уничтожает это все. И готовится спарки. Отлично, ставятся спарки. В принципе, элитки много урона не нанесут. Как видим, у противника нету запа, поэтому спарки разряжать нечем. Ни молнии, ни запа, ничего такого у него нету, кроме армии скелетов и орды миньонов, что убивается стрелами со стороны Биг Матанги. Слева выбрасывается шарик, и будут миньоны, да? Или нет? Нет, выбрасываются духи на шарик, а миньоны на спарке, но стрелами их убивают. В общем, вторую вышку он не снесет, ну а 100 хитпоинта он изи добьет молнией, там, 2 раза стрелы выбросит, это не важно уже. Так, остается 15 секунд, ну, в принципе, понятно, давайте поставим на x2 и досмотрим этот бой в ускоренном режиме. Да, в конце добил он молнией. Хорошая игра, но я все равно в шоке немного с прокачки его противников, то есть... Ну, давайте еще какой-то повтор посмотрим. Вот, ребята, смотрите, какой повтор. 9-й гигант, 11-й элитки снова, 5-е, 6-е даже эпики. Давайте посмотрим профиль этого его противника. 3-300 максимум у него было кубков. И посмотрите на прокачку, ребят. 9-й фаербол, 11-й зап, 11-й элитки, 9-й гигант, 5-й принц, 5-я ведьма. Жесть. Давайте посмотрим, может, еще какие-то здесь пожестче у него есть. Ну, это такой простенький, 4-й эпик, это стандартная прокачка, 8-е команки, точнее рарки. Ну да, дальше похуже прокачка, это какой-то зверь ему подобрался, ну в плане прокачки. В плане скилла не знаю, ну вряд ли, конечно. Но давайте посмотрим, что ж, мне интересно, как он выиграл его. Итак, у него сразу есть надгробие, сразу есть парки, в принципе, в начале дефать трудности не составит. Готовит противник выбрасывать гиганта, выбросит ли он с краю карты или сразу, посмотрим сейчас. С краю карты выбрасывает, естественно, на эту же сторону нужно бросать спарки. Принцесса бросается, но она не уничтожит надгробие, потому что скелетики выходят быстрее, чем стреляет принцесса
То есть выстрел в секунду происходит дольше, чем призывает скелетика в надгробие. Поэтому принцесса надгробия не уничтожает. Была слита ведьма мегаминьоном, это очень смешно. И убивает Спарки на изи гиганта. То есть противник сейчас вообще без эликсира, но у него есть зап. Подбрасывается еще 3 миньона и подбрасывается шарик. Смотрите, как он переходит с контратаки, точнее с дефа в контратаку просто. Бросается зап, но смотрите, вышка убивает сначала миньонов, а потом переходит на шарик. Ну блин, прикольно, то есть сразу минус тавер. Надгробие ставится на принца. Блин, и не убивает, я вам скажу, принца пятого надгробия. Но у него 6 уровень. Ребят, у него разница с его противниками 4 левела. То есть по вышкам 700 хитпоинтов. Это большое отличие. И, блин, ему реальный респект. Да, у него прокачка 4 уровень шарик. Но остальное у него 6 рарки, 9, 8 команки. То есть, ну, он прокачивает всего лишь одну колоду. И то, что он выигрывает вот таких вот оппонентов, это реальный респект. Да, я не буду спорить, что они плохо играют и нубы, ну... Просто доначенные, хорошо продоначенные его противники с хорошей прокачкой. Ну, поверьте мне, это сложно играть. Поэтому, мне кажется, он выбрал идеальную колоду. Она в основном состоит из дефа, танкового нету. Потому что, ну, я не знаю, какой прокачки должен быть танк. Наверное, седьмая рарка минимум, чтобы нормально пушить. А это, ну блин, лишняя карта. А так он взял надгробие, взял себе много дефа, молнию. То есть элиток дефать вообще на изи. Смотрите, что делает противник. И сейчас Спарки заберет элитных. Да, забрал элитных варваров Спарки. Продолжает он атаку. И получится ли у него трешка? Я просто не помню, какой итог боя. Нет, справа он бросает шарик плюс 3 миньона. Что же выбросить противник? Ну в его случае это принцессу выбрасывать. Но противник что-то приуныл. И все, он сдался. Все, я понял. Противник... знает, что у него теперь уже нету... А нет, смотрите, я думал, он смирился, то, что у него нету шансов. В конце он выбросил элиток, может, пролагал, я не знаю. Ну, в общем, все, тут итог боя понятен. Ставлю на x4. К сожалению, трешки нету. Или будет? А нет, трешку он сделал, отлично. Так, да, в конце он запушил на трешку. Ой, классный бой, серьезно. Ну... Блин, мне понравилось то, что он таких игроков выигрывает. Он мне изначально написал, что он сидит на 3000, да? Но потом после сброса с кубков или... Я просто долго не мог записать на его аккаунте ролик. И он... Повторы исчезли. Я говорю, ну попробуй сыграть 2-3 катки. Может получится, не сольешься, я запишу ролик. И, ребята, и он апнул 3129. Это говорит о том, что парень с ровными руками и неплохую составил колоду. Надеюсь, вам эта колода понравится. Она вам чем-то поможет. Вы будете доходить с ней до 9 арены. Если у вас вдруг нету Спарки, я не знаю, подойдет ли вам эта колода или нет. Может танка какого-то возьмите. Хотя я сомневаюсь, что... танк заменит здесь Спарки. Я вам потом покажу еще какие-то деки, если кто-то напишет тоже с каким-то рекордом или интересно какой-то колодой с минимальной прокачкой, чтобы можно было поставить пример. Но на этом я буду, ребят, с вами прощаться. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я желаю, ребят, вам удачи. Всем до новых встреч, ребят. И всем, ребята, пока.